В Московской области привито от COVID-19 уже более 49 тысяч человек. В Одинцовском округе первым компонентом вакцины привито уже свыше 2 тысяч жителей. Более 600 получили оба компонента препарата «Спутник V». По темпам вакцинации наш округ вошел в число 3 лучших среди крупных муниципалитетов области. Помимо стационарных прививочных кабинетов разворачиваются мобильные пункты вакцинации. Идет работа с предприятиями, а также активная информационная кампания.